Я хочу шприц Апероль. Сусанна, накрой продукты, я материться буду сейчас. Мои золотые, я предлагаю вам старый вкусный армянский коньяк. Он настолько старый, мы не знаем, какого он года. Тогда еще цифр не было, люди считать не умели. Поэтому на бутылке написано «Лошадь, лошадь, черешня, женщина». Слушай, Альбертик, мне кажется, мы просто должны свалить. Мы уходим. Послушай, это просто темпераментный пипл. Может быть, у них есть яйцо Пашот? А? Принесите яйцо Пашот. Пашот не согласится. Какой-то кошмар. Да не Пашот! Пашот! Пашот, неважно! В Ереване на такое никто не согласится!